Всем огромный привет! Что-то я давненько не снимала распаковки New Beauty Box. Если честно, уже как-то непривычно садиться перед вами и показывать. Но коробки все это время копились, я их не разбирала специально для того, чтобы показать их на YouTube, на своем канале. Поэтому вот давайте распаковочку двух снова коробочек сделаем. Давайте начнем сразу с первой, чтобы не тратить время, особенно ваше. Смотрите, первая коробка — это Озон и New Beauty Box. Коробка называется Only Me. Возможно, многие коробки уже старые, их нет в продаже, ну потому что не снимала давно. Давайте сейчас посмотрим состав ее. Все как обычно. У нас идет вот такая бумага, ленточка. Здесь написано «Сияй». В принципе, упаковка сама по себе у New Beauty Box всегда красивая, мне нравится. Здесь же сразу сверху идут две маски. Две маски для лица, обе тканевые. Одна тканевая с CoenZyme Q10, вот такая масочка. А вторая маска для лица на ткани с витамином Е и наногиалуроновой кислотой. Вот, две маски вот такие. Дальше. Это у нас молочко для тела, для чувствительной кожи. Марка Liqata Professional, 250 мл. Смотрите, какой красивый оттенок. Такой нежно-нежно-бирюзовый какой-то. Не знаю, камера правильно передает или нет, но мне очень понравился этот оттенок. Дальше. Натуральная маска для волос, тонизирующая для роста волос. Это Synergetic. Маски Synergetic и, в принципе, марка Synergetic достаточно часто попадается в коробочках. Уже много-много раз мы это замечали. Здесь 300 мл маска. Вот объем такой. В принципе, я довольна этой маркой. Но Synergetic здесь еще не все. А здесь же еще натуральная сыворотка, тонизирующая для роста волос, для всех типов волос. Смотрите, какая. Масло черного тмина, экстракты лайма и нероли. Интересно. 110 мл. Давайте с вами откроем и посмотрим упаковку. Вот такая. То есть здесь получается 96,9% натуральный состав. Дальше. Вот такие мини-шампуньки попадаются тоже достаточно часто. Это для укрепления и роста волос Hair Vital. А здесь, ну, это такая миниатюрочка. Возможно, travel-версия, хорошо. А сколько же здесь миллилитров-то? Не могу найти. Ну, она прям малюська такая. Малюська. Дальше. Масло для роста ресниц и бровей. Здесь 10 мл. Лавандра Лаборатории. Так, такое масло. Не знаю, если честно, эту марку я раньше не видела в New Beauty Box, поэтому пока ничего еще не могу сказать. Возможно, попробую и вам расскажу. Вот такой карандаш уже попадался. Это Vivienne Sabo, 304 номер. Карандаш для глаз. Именно в таком графитовом оттенке. Не знаю, видно или нет, он не черный, он больше графитовый. Кстати, у меня вот он есть. Но я не могу сказать, что он очень хороший. Не могу сказать. Вот. Ну, в целом, вот попадаются достаточно часто одинаковые какие-то товары, которые уже были в одной коробке, и снова их кладут в другую. Дальше, вот, например, пудра для лица, она действительно стойкая. Она, ее нельзя использовать на тональный крем, у вас тогда лицо получится просто один сплошной блин, потому что она сама по себе безумно плотная. Вот такая пудра, стил. И знаете, вот она у меня, ладно, я не буду доставать, просто поверьте на слово, у меня уже несколько таких лежит. Но она хорошо на лето, когда вы не хотите сильно нагружать лицо тональным кремом, но при этом хотите выглядеть с более ровной кожей. И вот такая пудра действительно в этом вам очень поможет. Классная, и я посмотрела, что она не так уж и дорого стоит. Что-то в районе 500 рублей, поэтому, в принципе, в целом нормально. И последнее здесь — это тейпы для лица. А, тоже
достаточно частый участник коробочек из New Beauty Box. Так что, да. Все, эта коробочка разобранная. Давайте сразу перейдем ко второй. Вторая точно так же. Озон и New Beauty Box. Я брала просто первую попавшуюся. Я не выбирала, поэтому не знаю ни состава, ничего не помню, потому что присылали давно. Совершенная кожа называется эта коробка. Возможно, есть в продаже, возможно, нет. Не могу ничего сказать. Здесь уже, смотрите, фиолетовая бумага. Вот такой красивый фиолетовый оттенок. И написано «Улыбнись». Давайте улыбаемся и открываем коробку. Так, здесь же у нас идут уже витамины. Марка, которая попадается достаточно часто, это витамин D. Здесь 30 таблеток. Выглядит это вот так. Ну, прям достаточно частый участник. И сами витамины выглядят вот так. Отсвечивают, простите, ну, я думаю, видно. Дальше. Церамет. Это у нас корректор морщин для поддержания молодости. Концентрированная цера. Сыворотка для лица. Здесь идет 7 ампул. И курс рассчитан на 7-14 дней. Вот это интересно. Написано, что всего одна ампула и уже видимый результат. То есть 7 ампул по 2 мл. Так. Не знаю. Интересно. Вот это интересно. Я хочу. Написано, что для всех типов кожи подходит. Надо почитать про эту сыворотку подробно. Дальше еще один участник, который частенько в New Beauty Box. Это, конечно же, гематоша. Гематоген в таблетках, который подходит для детей от 3 лет. Здесь 10 штук, мои дети их не едят, им не нравится. Ну, именно вот этот гематоген, именно вот этот, в принципе, гематоген они любят. Дальше, Камиль, это у нас крем для рук, 30 мл, вот такой маленький. Ну, знаете, вот очень удобно именно такой формат брать. Зато с собой в сумку, например, да, положить куда-то. Он не занимает много места, но и зато всегда под рукой будет у вас крем для рук. Дальше очищающий гель для умывания с нимом. Тоже достаточно часто попадается. Сегодня какое-то две коробки с тем, что попадалось много-много раз. Кто смотрит именно распаковки коробок мои, то уже много-много раз точно видели эти товары. Так. Для проблемной кожи не содержит мыло и эффективно очищает. Вот такая миниатюрочка. А дальше. Ой, сейчас, наверное, неправильно назову. С английским у меня, конечно же, проблем. Swiss Image. Поправьте меня, возможно, это не так. Осветляющий скраб для лица, выравнивающий тон кожи. Удаляет роговевшие клетки и черные точки. Устраняет тусклый цвет лица. Здесь объем 150 мл. Вот такой скраб. Я делала много уже распаковок в Инстаграм. И этот, кстати, скраб достаточно часто будет в дальнейшем попадаться. Но пока он именно на Ютубе попался первый раз. Дальше лесной бальзам. Это у нас ополаскиватель для полости рта. Дальше, так, что здесь у нас? 250 мл. Не думаю, что о нем нужно много рассказывать. Думаю, каждый уже знаком с таким товаром. Зубная паста Close Up. Такая мне уже попадалась зубная паста. Зеленая только. И, кстати, в данный момент мы именно ей сейчас и пользуемся. Здесь у нас взрывной ментол 100 мл. Вот такая зубная паста. Но это какая-то новинка написана. Посмотрите. Новинка. И последняя из коробочек. Это у нас увлажняющий мусс для умывания, для гладкой увлажненной кожи. Тоже будет попадаться еще не раз, вот увидите, если будете смотреть дальше обзоры таких коробочек. Здесь 160 мл для гладкой и увлажненной кожи написано. Все. На самом деле коробочки пустые. Это вся распаковка. Огромное спасибо, что досмотрели до конца. Напишите, скучали вообще по такой рубрике или нет.
Если честно, я скучала. Мне нравятся распаковки, и я люблю и смотреть, и люблю снимать распаковки. Все. Я желаю вам отличного настроения и всех целую. Всем пока-пока.